Коротенько видео. Вот он бампер двоюродный. Вот он бампер новый. В чем фокус? Что пришлось переставлять вот эти все вкладыши, потому что с одного бампера на другой ни хера не подходит. Другого слова нету. Вот такая красота теперь. Вот, в новом бампере старые запчасти. Вот. Вот такая вот хрень получается. А вот это вот все с нового бампера пришлось, как говорится, выкинуть, потому что не подходит. А не подходит из-за того, что вот эта рельса не становилась. Вот так вот приходится переставлять все. Но слава богу, что так. Я думаю, что не только мы с этим сталкивались. Но слава богу, выход есть. Ну вот он наш бампер. Уже в сборе. Половина новая, половина старая. Ну, слава богу, что подошло. Вот эти все внутренности, усилители со старого стали. Вот такой вот небольшой казус.